Это чьи, абхазские? Да, нет, азербайджанские. Азербайджанские, а что, такие маленькие? Этого нет. Нет? Только азербайджанский чей. Только азербайджанский? Да, потому что сок от него получается. Абхазский нету гранат. В Сочи вообще такого нет. В Сочи нет абхазских гранатов? Нет. Да что вы такое рассказываете? Надо умолять. Срочно привезти. А? Авокадо 50 рублей штука. Авокадо импорт. Авокадо я знаю, что импортный, да. Конечно. А это азербайджанский гранат, чистый. Сколько стоит? 200. 200 рублей. Ладно. Да. Спасибо. Сок возьмите и скажите спасибо. Хорошо. Так, в общем, яблоки от 40 у нас сейчас яблоки зимой. Кабардинские. Яблоки кабардинские, да. А когда сезон, они по 50 же, да, у нас? А? Самые дешевые в сезон по 50 же у нас яблоки, да? О чем? По 50 же они, да? Когда, нет. Когда начало сезона. Нет, когда начало сезона. Ну, разве было? Но я помню, что по 50 они были. По 50, по 40 вот так. По 40 на компот. Закуска. Закуска, макуска. Варенье. Какие красные. Это сорт такой, да? Джерамин Голден. Всем привет. Сегодня я на ярмарке Фабрициус. Это самая крупная у нас оптово-розничная ярмарка в городе Сочи. Чего здесь только нет. Сейчас уже вечер, поэтому в основном здесь уже все закрыто. Но кое-что еще купить можно. В принципе, розница работает. Ну, а для опыта приезжают, конечно же, люди сюда с утра. А редиска сколько стоит? Здравствуйте. Оптом. Назад было 40 оптом 40 рублей пойдет. Оптом 40 рублей. А это что такое, помидор? Это помидор «Морская звезда». Ой, я такой не видела ни разу это в жизни. Это изобретение, я изобрел такое. Серьезно? Да. Какой молодец. Классно. Спасибо. В основном здесь овощи, фрукты, но, в принципе, ярмарка большая, поэтому здесь есть все. А брокколи сколько, капуста стоит? Здравствуйте. 350. 350. Можно мне брокколи? Одну штучку. А, снимаем обзор ярмарки. А огурцы вот эти маленькие? Это 230. 230. Ага. Можно мне огурцов тогда еще? Килограммчик. А помидоры по 300 и по 350, да, сейчас? Откуда помидоры? Дагестан. Дагестан. А картошка сколько стоит? 60. 60. Морковка? Морковка 80. Вы, получается, здесь и оптом, и в розницу, да, продаете? Здесь нет, только. Здесь только в розницу. А перец, рынке, а перец сильно острый? Острый, да. Сколько стоит? 30 рублей. 30 рублей что-то. В общем, кто любит одну, да, кто любит поострее, можно перчиком закинуть. Вот такую среднюю мне. В общем, если вам нужно что-то вкусное, много и по выгодной цене, приезжайте сюда. Вам здесь точно понравится. Можете в навигаторе забить. Называется рынок на Фабрициуса. Да, и, кстати, на этой ярмарке большой выбор цветов. Надо было чуть пораньше, конечно, сюда прийти. Ой, какая красота. Прямо желтые такие суперские. Сейчас не удержусь, что-нибудь тоже прикуплю. Продавца нет цены спросить? А нет, есть. А сколько стоят желтые Анютины глазки? Добрый день. 500 рублей, да? Так красиво у вас, молодцы. А гортензия? 2000. Это получается синяя она и розовая, да? Ее же можно потом в землю, да, пересадить? Да. Ой, как красиво. Даже елочки продаются. Ой, это что, такой какой-то интересный цветок? Такой не видела я еще раньше. Какой-то импортный. Enjoy Extra Flowering. Петунии прям сказочные, такие пушистые.
срочно много-много балконов заиметь, террас, чтобы тоже сделать такую же красоту. Вообще прям слов нет. Кажется, как будто не настоящие. Интересно, зацветает. Очень красиво. А яйца сколько стоят? 108. А клубника? 550. А голубика? 3 килограмма. А, по килограмму? Килограмм 3000, что ли? Ого. Ну, она прям большучая такая. А это чья она, турецкая? Ливанская. О, ну понятно так. Издалека везли. О, картошка уже. Картошка уже новенькая. Чай, специи, сушеный инжир, груша, яблоко. Курма, кстати, сушеная тоже очень вкусная. Вместо конфет я ее люблю есть. И полезная. Здесь вот ряды, где продается молочка, тоже так же фрукты, бакалея. Ой, как пахнет вкусно. Так, ну тут я в ценах не ориентируюсь. Ничего прокомментировать не могу. Сами посмотрите, сравните. Напишите в комментариях, кстати, дешевле у вас цены, чем в Сочи на продукты или нет. Мяско. Также хостовары. В общем, в принципе, здесь можно все купить на этом рынке. И для дома, и покушать. И, по-моему, даже есть одежда и обувь. Адыгейский сыр, творог. Орешки, сухофрукты. Пожалуйста, орешки, дорогая девушка. Дайте мне. Сколько здесь? Ложку? Ложку. Соль грузинская. А соль абхазская есть? Есть. Всякая? Можно мне абхазская тогда? Да, вот абхазская. А чем она отличается? Добавлением приправ. Я понимаю. Ну, разные. Цветом. Ну, цветом. Одну ложку, да? Да. Можно мне абхазской? А сколько стоит она? Ложка 50 рублей. 50 рублей? Да. Давайте мне две ложки тогда. А габунали альмаха? Что ты думаешь, какая-то красная? Красная? Ну, да. Ну, и разные бывают. Ну, вот бывает, да. Вот такой, я просто бывает... красную не брала, абхазскую. Ну, угу. Вкусные, они одинаковые. Давайте попробуем. Что еще? У вас все такое? Да, наверное, все. Остальное да, у меня есть. Я мало приправ кушаю. Орешки есть у меня. Гранатовый сок. Кураги можно, кстати. Да. Давайте кураги еще. Какой дать? Какой дать? А для какого? Давайте вот, которая по 750. Ну, рыбные. 750? Угу. Весной? 800. Или куриные? Да. Куриные, наверное. Она такая немножко с кислинкой, да? Да, это с кислинкой. Угу. Сколько сделать? Немножко, грамм 300. Ой, какие у вас красивые гранаты, надо прям поснимать. Очень, да. Очень. Азербайджанские? Нормально вот так, девушка? Да. Да, нормально. Девушка, давайте очень красиво. Гранат. А финики не хотите? Пожалуйста. Финики я не особо люблю. Попробуй. Спасибо, сейчас я, видите, у меня руки все заняты. Молодец. Так, а это у нас этот кумкват, да? Я на это подержу. Кумкват? Кумкват? Кумкват, да. Сколько стоит? 600 рублей за килограмм. А голубика это чья такая большая? Голубика из Абхазии. Из Абхазии? Абхазская? Да вы что? Сколько стоит? 3000 за килограмм. А это что за гигантская клубника? Это тоже абхазская? Вот это грец. Вот не отличишь даже. Греков от абхазов не отличишь. Они типа, вот видите, стандартные, типа, да, стандартные основные. А вот здесь, ну, не стандартные. Мелкие, там они стандартные. Они просто хорошие. Гранат сделай? Хороший гранат. Гранат. Что-то вот никто у нас гранаты не ест. Гранат, не знаю. Это вот они все время портятся. Фрукт. Я знаю, но не едят дети. Вот я положу в холодильник, он лежит месяц, потом может портится. Вы
взяли кислые сладкие. Вот все равно они не они едят. Сладкие. Не едят, ну не едят, правда. Спасибо. Может, сок сделаем? Сок пусть. Сок можно маленькую сделать. Ну, маленький сколько будет стоить? На, 500 рублей. На, попробуй. 500 рублей это сколько миллилитров? Пол-литра. Ну, 0,5, пол-литра. А, ну это большой. Ну, если даже литровый, если возьмете... Я не, литровый мне не надо. А можно мне маленький сделать? Да, да, да. Не пол-литра, а меньше. За 250. Да? Ну, я налил, ну, давайте. 300 рублей дать. Хорошо, спасибо. Налил 300 рублей. Потому что а что лучше всего покупают у вас? У нас все покупают. Все покупают. Все покупают? А что люди больше любят? Туристы что больше любят? Ну, особо у нас как бы, как скажете, гранатовый сок они постоянно покупают, как можно сказать. Ягоду любят, фрукты там, все покупают. Красиво у вас все, чучхэлла, молодцы. Вот. Чучхэлла? Чучхэлла тоже покупают. А чучхэлла сколько стоит у вас? 100, 150, 200, 250. Угу. Понравилось, если мое видео было полезным для вас, потому что вы часто спрашиваете, какие цены у нас в Сочи. Вот такие вот у нас цены. Ставьте лайк к этому видео и подписывайтесь на канал.